Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение игры Assassin's Creed Black Flag. Что ж, мы закончили предыдущую серию за погоней за капитаном, в общем-то, бегуном, который от нас улепетывает только в путь. Пятки свистят, уши заворачиваются, и, в общем, он от нас бежит как ненормальный. Как будто за ним бежит сам дьявол, ну хотя, может быть, отчасти оно так как бы и есть. Мы же Эдвард. Мы, блин, опасный пират. Может быть, конечно, не черная борода. Ну, мы более лояльны, мне кажется. Но все же мы достаточно крутые. Закрывает. А тут у вас мостик есть. Не, хоть закрывайтесь. Так, давай так прямо. Фига тут охраны, пацаны. Да куда ж ты? Отвалите. На капитана нап... Блин, я хотел его убить. Не наверх. Пусти ты. О. Куда-то... А, так мне его нужно убить для того, для этих... Ой, блин, ничего себе. Мало того, что он бегун тот еще, так у меня еще вечно Эдвард за какие-то эти цепляется, и еще он все оторвался от меня. Так, ну у меня есть момент, где его можно попытаться убить. Нельзя как-то срезать маршруты, блин, это же жестоко. Я сейчас так чувствую, здесь буду долго бегать. Я бы хотя бы его догонял, Сэнет. Вот догнать нереально. Он бежит, получается, вот все. Вначале просрал момент, все. Дальше уже, так сказать, все. Начинайте заново, пожалуйста. Вот здесь единственный вариант, где я его начинаю догонять. Можно, конечно, из оружия пальнуть, попытаться. Вот. А, есть. Да бляха ты, муха. Кнопки перепутал. Стоять. Убей ты его. Чё ты делаешь-то, господи Иисусе? Чё ты, Эдвард, делаешь-то, а? Я нажимаю бить, он не бьет его. Почему? Пипец. Что за бред? Я не понял прикола. Я нажимаю бить его, он, блин, не бьет. Мне его, может быть, застрелить надо? Или, не знаю, задушить, может быть? Чё мне нужно-то? Почему он его не бил-то? Я, может, что-то не знаю. Да не хватит скакать, ты беги за ним. Ты меня бомбить начинаешь. Что за бред-то, Эдвард? Ну... Раз клиночек ему в печень, там куда-нибудь, в селезенку, в почку, в мозг, там куда-нибудь, ткни ему и все. Что ты вокруг него вот скачешь-то, я не могу понять, почему ты его убить не можешь? Это же так просто, взять и завалить какого-то чмыря, который пытается нас сдриснуть. Представь, что он тебе денег должен, не знаю. Сейчас разберемся. Сюда. Помогите, гай. Чужой, ко мне! Взять его! Вы сами, он не бьет его? Почему? Блин, ну как мне его убить-то? На помощь! Стреляйте в него! What the fuck? Боже, Господи, спаси! Прогони дьявола! А! Черная борода сделал вам весьма щедрое предложение. Методы его жесткие, но ему нужны только лекарства. И он их получит.
Надо было соглашаться. Ой, а знаете, что мне нужно было сделать? Мне нужно было стрельнуть в него, блин. Причем не один раз. Сколько взял? 2 ящика. И ингредиенты для новых порций. Ага, удачная мысль. Редкость в наше время. Слышали, мистер Рекс? Мой друг привез лекарство и спас вашу жалкую шкуру. Не скажете спасибо? Нужно уходить отсюда, Тэч. Губернатор вот-вот соберет войска. Нет, ты иди один. А у меня дела на севере. Значит, вот как. Бросаешь нас и Нассау. Слушай, друг. Мой 4-й десяток на исходе. И если не добуду деньжат, чтоб прожить 5-й, тихо и спокойно, скорее пойду на дно к черту в гости, чем прохожу капитаном еще год. Мы еще встретимся, друг. На этом свете. Или на том. Да, в общем, все, черная борода отплывает куда-то там, у него свои какие-то планы. Блин, ну задание это, конечно, кровушки меня попило. Это, я не знаю, такой дебилизм. Именно нужно его застрелить из мушкета, блин. Ну это такой бред. Там постоянно то у меня пули попадали в этого гребаного конь-стражника, то еще что-то. Фу, блин. Господа разработчики, вот эта лишняя сложность была ни к чему. Оливье хотел поговорить о видеоролике, который можно сделать из твоего материала. Не спеши, я подожду у лифта. Так, о, новые сами фигурочки. А черной бороды пока я не вижу. О, прикол. Так, ладно, пойдем. Мне там на лифте надо к Оливье ехать. Хочет со мной поговорить. Вон она стоит. Сюда. Да ну, он уже ждет. Так я представляю. Ты с нами со мной поедешь? Надо ж. Так, руководство. Ой. Что-то не тыкается. А почему не тыкается? А, во. Не встала. Я тут отсмотрела новый материал. Бесподобно. Черная борода псих. Он нам так понравился, что мы решили сделать о нем отдельное видео. Например, начнем с того, как он сидит, пьет и травит байки. Потом сцена, как он носится по своей лодке. Прости, кораблю, ошиблась. В общем, скачет по палубе, висит на канатах и сражается. Конечно, придется немного отредактировать материал, но все равно будет здорово. Прямо мурашки по коже от одной мысли. Извини. Ты, походу, фанат своей работы. Ладно, пойдем поговорим с боссом. С большим человеком, там все дела. Бонжур, сова, не опоздали? Нет, вы можете... Привет, Мелани, видел, как вы вошли. Зайди ко мне одна на минутку. Летиция на связи, обсуждаем проект Кенуэй. А, да, конечно. Извини нас, я тебя позову. Ну вот, блин. Я бы еще, понимаешь, там поработал. Я бы там пока поработал. Ну что мне здесь можно поделать? Привет. Привет. Есть минутка? Конечно же есть. Я отметил точку на карте. Иди туда. Пытаюсь подключить все камеры к центральной системе наблюдения, но большинство из них надо настроить. Так ладно, я пока похожу, да? У кабинета Оливье. Секретарше скажи, что идешь в туалет. Это, я тут, в общем, в туалет. Сейчас, подожди, да. Я в туалет. Все, я сказал. Капец, слушай, ты если какой... Если вам надо в туалет, то он здесь, справа. Ага, спасибо. А еще можете пока почитать газеты. Нет, спасибо, я прессу не очень люблю. Нифига себе. Какой-то голос, блин, мне тут говорит. Я бы, на самом деле, если честно, его бы отправил куда подальше. С какими-то мутными заданиями. Не проблема. Вуаля. У тебя 2-й уровень доступа. Для начала очень недурно.
Найди пункт. Обновлю коммуникатор. Ух ты. Он-то сидит, как бы, понятное дело, что он сам отрицать все будет. А меня потом возьмут и уволят, а то еще и заарестуют. Скажут, а ты что тут шаришься? Интересная мера предосторожности. Похоже, тебе придется подобрать комбинацию цифр, чтобы подключиться. Все просто, да? Выбираешь селектор и меняешь номер. Как подберешь верную комбинацию, получишь доступ. Ни хрена не понял. А почему у меня обучение на пробел, хотя я играю на геймпаде? Так, текущий выбор число 2. Так. Непонятно. Интересная мера предосторожности. Дайте-ка я пока покумекаю. Тебе придется подобрать. В общем, надо было, чтобы синенькая полосочка совпала с беленькой полосочкой. Я понял. Не успел нажать запись. Пока тут практиковался, ну там, в общем, несложно. Я думаю, это у нас еще не последняя такая штука будет. Нужна информация об ассасинах, тамплиерах, обсерватории или другой хрени. Ты, Оливье, нам ее предоставишь. И точка. Ага. Я понимаю, Летиция, я неверно выразился. Мы не хотим никому мешать, но у нас на данный момент совершенно нет ресурсов для двойного исследования. Твоя задача — найти ресурсы. Эти игры — всего лишь способ оплатить проект, который намного важнее. Так устроен мир. Больницы строят на грязные деньги. Все ясно? Да, Летиция, мы понимаем. Этим занимается наш лучший сотрудник, но нужно время. Это про тебя. О, так вот, да? Интересно. Ассасины, тамплиеры, дурдом. Я тут заинтересовался встречей акционеров. Может, проникнешь в кабинет Оливье и найдешь его расписание? А может, пойдешь ты лесом? Давай, я на тебя настучу, хакер. Ты у меня в руках. Это я к чему? Не хочу ломать тебе жизнь. Делай, что говорят. Так. Давай-ка теперь к окну. Да, я бы этому чуваку-то лицо бы подрифтировал немножко. А то чувствую, у него что-то прямо там это... Зубы жмут, по-моему. Да хрена пупа из себя строит. Ладно, чё ж, делать нечего. Вот так вот, блин. Никогда не соглашайтесь на работу, тем более левых типов, тем более, когда тебе дают работу. Ты не можешь заявиться в кабинет Оливье через дверь, но есть другой путь. Наверх. Знаешь, что Абстерго управляли тамплиеры? Да-да, похоже на бред. Но ведь и полет на Луну был сфабрикован, так? Выходит, все возможно. Сейчас еще здесь буду это тоже играть. Тоже буду сейчас скакать здесь. Не, ну здесь я не буду скакать. Значит так. Либо входишь в кабинет, либо прыгаешь вниз. Третьего не дано. Как понять? А зачем мне прыгать вниз? Не, вниз я не хочу, вниз низко. Так, взломайте компьютер Оливье. А, браво, дружок. Найди компьютер. Шевелись. А что вы искать-то? Расписание встречи акционеров. Оно стоит Заткнись ты уже. Внимание. Перемещение потоков постоянно отслеживают защитные программы. Обойди их, иначе они уничтожат твои данные. Ого. О, я помню такую мини-игру. Я в нее как-то играл разок. Нифига. Не все так просто. Ой. Так, сколько у меня попыток-то? Так, надо только поверху идти, да? Блин. Нифига себе, это посложнее, чем предыдущая.
Вот, сейчас надо. Так. Так, 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 так. Так. Так, так, так. Так. А! Блин. Так. Да чтоб тебе. О, давай, давай. Тихо. Эй, я там все чётенько сделал. Ну чё? Ай! На последнюю электричку не успел. Давай, давай, давай. Не, давай подождем следующую. Ну, красней. Во. Фу. Ладно, хоть одну надо, они все, блин, там. Я увидел этих кругляшков. Доступ разрешен. Хорошо. Так. Ого себе. Ого-го себе. Не, я думал прочитать это, конечно, дело, но что-то как-то слишком много информации, друзья. Давайте сделаем так. Кому прям очень будет интересно, я сейчас пролистаю. И все это можно будет дело на паузе прочитать. Не знаю, будет кто-то читать или нет. Мне почему-то кажется, что вряд ли. Но все равно я сделаю так. Просто саму тут это все читать, это вообще чтиво долгое. Может быть, кажется, что-то и сверхинтересное, но я, пожалуй, воздержусь. Блин, да посмотри, сколько тут. Ладно. Нафиг. Время тратить. Выбрать. Ай. Так, объект. Изъятие образца. 23 декабря 2012. Группа изъятия образцов Fisher Case. Рапорт. Объект 17. Desmond Miles. Это я его объект был мертв. Время смерти примерно 1:07. Условия благоприятные. Это же я уже видел. Нет, мне не интересно. Память сотрудника. Это что? Это тоже не то. Ну что, все, наверное, выходи отсюда. Ну ты даешь. Пиратство у тебя в крови, да? Теперь спускайся в холл. Курьер тебя уже ждет. Ха-ха, да-да. Я так все и планировал. Так, стой. Секретарша. Минутку. Кое-что сделаю. Что он хочет? О. Я уж подумал, это уже опять там через балкон надо будет выходить. А эти двое ушли, и они как бы даже не запарились, то, что меня нету, да? Как бы то, что пришли. Теперь бегом в холл. Пришли как бы вроде вдвоем с этой, да? Девушкой. А они ушли вдвоем. Даже ну, не думай меня выдать. Я не оставил следов. Это все ты? Это все ты. Да, понятно, что. Докажи потом, что ты не ежик. Где тут двери? Куда смотреть? Не, походу, вот здесь вот. Да, вот они. Ну, как тебе, мой лунг, а? Так, ну и где там наш этот? По-моему, ты его передержал. Да ладно. Что, опять здесь звездят? Это не зашифрованный код, а просто чертов кофе. Смотри-ка, у нас гости. Привет, я тут зашла за новой посылочкой. Эх, а говорила ко мне. Да, это как бонус, один из. Что там? Конференция в Чикаго, замечательно. Спасибо, будем на связи. Чао, Ребекка, пиши мне. Да ну тебя, Шон. Неудачник. Так, где свой... Имус. Ладно, пошли. Молодец. Отлично. Извини, что наорал на тебя. Это все ради благой цели, честно. Так ты бы не наорал в лицо, что ты там.
По трубке-то где-то. По трубке-то я и сам на себя нарать могу. Ладно, поехали. Ой. Все-таки мне больше нравится играть за пирата, чем за этого типа. Он какой-то... Все им манипулируют. Какой-то он ведомый. Не знаю, неприкольно быть таким. Да, чувак? Вообще, у меня очень важный телефон разговор. Тут я со своими вопросами. Так, ну-ка. Коннектимся. Я предчувствую беду. Ты пострадаешь. Я не переживу. Я буду осторожен, обещаю. Как только обустроюсь, я пришлю за тобой. Клянусь. Кэролайн, уходи! Не мучь себя! Незачем лгать, Эдвард. Ты хочешь гоняться за ветром. Я тебе ни к чему. Поверь в меня, Кэролайн! Без твоей веры я ничто. Зачем ему такая женщина, которая в него не верит? Ну, он такой приедет на корабле, да, такой весь такой, с экипажем такой весь. А она такая, о, да, ты крут, и все. А потом чуть что, опять сразу голову в песок, как страус. Нафиг такие. Решил доверить чувство бумаги? Просто весточка домой. Я думаю, она давно забыла. А, твое сердце слишком жестоко. В остальном же он излишне мягок. А вам-то что до того, где он размяк, мистер Рекхэм? Хочешь знать мои секреты, да? О, да. Хоть маленький намек. Или солидный, если вы истинный джентльмен. Дай руку. О! Что это? Может быть, корабли заходят в порт? Господи. Чё там такое? Чё-то... Не, ну корабли какие-то вижу вон. Их что-то много как-то. Нифига себе. Ну, узнаем, что это за корабли уже в следующей серии, господа. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до скорой встречи. Всем пока.